вот очередной праздник у нас тут во Фредериктоне. Парад зомби. Люди собрались, это они идут в поддержку фудбанка. Но сам прикол, что они все собрались. Чисто здесь были, по-моему, два художника, которые разукрашивал. Которые разукрашивали лица, вот это все. Люди сами приходят, кто с топором, кто с руками, с ногами, короче, отрезанными. Все же готовятся, типа, к Хэллоуину, уже в магазинах куча всего этого страшного. И народ нагребает. И вот сегодня поприходили, здесь вот на Officers Square мы все собрались. Ну как, мы приехали просто посмотреть, Паше было интересно, что это такое. Ну и мы пришли посмотреть, что это, с чем это едят. Вот они, ребята, собрались. Все такие красивые. Сейчас будет парад. То есть они где-то полчаса, час красились, все собирались. И сейчас они будут идти по всему городу, по улицам города. Вот какие они все красивые. Тут и с детьми приходят, и без детей. Все такие страшненькие. Он кто-то из детей с этой с пилой. Вообще чудят. Короче, тут каждые выходные, реально каждые выходные какая-то вот такая вот что-то задумывает. Это, конечно, не самое интересное, как для меня. Мне вообще страшно. Вот, но каждую неделю, каждые выходные какие-то вот такие вот задумки. Люди собираются, что-то придумывают, собираются вместе. И вот сейчас они вот этой всей толпой пойдут по улицам, по центральным улицам города. Пугать людей. Мне уже интересно, что будет тут на Хэллоуин. One more. Oh, you look comfy. Come on.